Завершаются ремонтные работы в учебном корпусе Дмитровского техникума на улице Большевистская. Здесь специалисты подрядной организации проводят косметический ремонт учебных территорий. Обновлен фасад здания, входная группа, отремонтированы полы, потолки, стены. 2 октября будет официальное открытие учебного корпуса после ремонта. Здесь обучаются 200 человек. Это дети с ОВЗ и инвалидностью. Это наши дети, которые учатся по программам профессионального обучения. По таким профессиям, как маляр, швея, слесарь и повар. Здание на 1000 квадратных метров практически полностью было обновлено внутри. Постепенно в уже готовых аудиториях возобновляются занятия. Завезена новая мебель и новое учебное оборудование. Ну вот после ремонта как ощущения? Так, классно. Да, интересно. Кажется, что тут эти удары. Неожиданно даже было. Парты, если смотреть парты, то они какие-то больше стали, даже, знаете. Потолки меньше стали, как будто, да, эти раньше были как-то побольше. Хорошо, а ты расскажи о своих впечатлениях. Ну, мне здесь нравится. Сейчас ощущение прикольно, новое все. Ну, и радостная новость скоро, да, уже основной корпус. Основной корпус у нас откроется 15 октября. Я надеюсь, что мы будем открывать профессионалитет, который мы выиграли в 2023 году. Поэтому сейчас ведутся уже подготовительные работы. Идет сборка мебели, идет брендирование мастерских под профессионалитет. Поэтому сейчас студенты вместе с преподавателями стараются помочь друг другу расставить мебель. Ну, таким образом процесс идет. Итак, этой осенью будут завершены ремонтные работы в главном корпусе Дмитровского техникума на Инженерной улице и в учебном корпусе на улице Большевистская. На следующий год запланирован ремонт здания общежития подразделения Дмитровского техникума в Дубне.